Подписчик нашего канала прислал интересную схему простого самодельного инвертора напряжения от 12 до 220 вольт всего лишь на двух транзисторах. Вот что он пишет. Предлагаю для повторения очень простую и надежную схему инвертора преобразователя напряжения из 12 вольт в 220 вольт для лампы от 8 до 11 ватт. Схема до безобразия проста и вместе с тем очень надежна. Запускается без каких-либо проблем сразу. Содержит всего два транзистора и три детальки в обвязке. Проще не бывает. Данная конструкция простого инвертора напряжения отлично подходит для питания энергосберегающей лампы мощностью от 8 до 11 Вт. Данная конструкция простого инвертора напряжения доступна к изготовлению всем радиолюбителям и начинающим. И преимущество данной конструкции очевидно. Простота изготовления и надежность в работе. Конструкции и намоточные данные трансформатора вы сможете найти в описании под видеороликом. Там же будет и ссылка на принципиальную схему этого простого инвертора напряжения. Если вам понравилась эта схема, поставьте, пожалуйста, лайк. Присылайте свои интересные схемы для ознакомления всем радиолюбителям. Если вы впервые на нашем канале, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Мы будем вместе с вами рассматривать интересные и несложные электронные схемы.